Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. С вами Любовь Курьянова. О том, чем запомнилась эта неделя русскому зарубежью, расскажем прямо сейчас, в этом выпуске. День России отметили наши соотечественники в разных странах мира. Патриарх Кирилл осветил главный храм вооруженных сил России. Около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство. А теперь более подробно об этих и других новостях. Русский мир отметил День России. Масштабные праздничные мероприятия прошли во многих странах. Флешмобы, онлайн-поздравления для жителей России, салюты – все это лишь малая часть торжеств. Подробности в нашем следующем сюжете. В Аргентине к празднику приурочили онлайн-проект «С Россией в сердце». Наши соотечественники и местные жители исполняли известные русские песни, записывали видеоролики и выкладывали их в интернет. Также состоялась онлайн-викторина и конкурс детских рисунков. В Болгарии из-за эпидемиологической обстановки сотрудники русского центра в городе Старозагорье организовали онлайн-флешмоб, где каждый смог поздравить Россию с праздником. С праздником, Россия! В мероприятии приняли участие ученики и взрослые, члены русского клуба, учащиеся школы имени Петко Рачева-Славейкова, преподаватели русского языка, волонтеры, студенты Уральского государственного педагогического университета и друзья русского центра. Сад памяти появился в столице Болгарии. Его посадили в парковой зоне Софийского района «Дружба». Торжественную церемонию приурочили к празднованию Дня России. Проект инициирован Всероссийской общественной организацией «Волонтеры Победы». Он входит в программу, объявленного в России «Года памяти и славы». По замыслу организаторов, до 22 июня будут высажены 27 миллионов деревьев в память о жертвах Великой Отечественной войны. В Софии в качестве организатора выступили фонд «Устойчивое развитие для Болгарии» и «Болгарский антифашистский союз». В Казахстане прошло онлайн-мероприятие «Россия. Твои просторы безграничны», посвященное празднованию Дня России и пятилетию основания Центра «Русский язык и культура» Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Отметить этот знаменательный день вместе с Центром «Русский язык и культура» объединились представители нескольких стран – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился генеральный консул Российской Федерации в городе Алматы Евгений Бобров. В юбилейный год, в юбилей нашего русского центра я хотел бы пожелать всем сотрудникам и руководителям, и посетителям этого центра успехов, удачи, пожелать развивать сотрудничество между народами во благо мира и стабильности. Хотел бы отдельно выразить благодарность неутомимому руководителю русского центра Уматовой Жанне Максутовне, которая своим трудом именно показала, что русская культура – это культура Пушкина, Лермонтова, художников, это богатейшая культура, и именно благодаря работе центра наши друзья имеют возможность и изучать русский язык, и знакомиться с этой богатейшей культурой человечества. Фонд «Русский мир» отправил поздравительное письмо на имя первого проректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Мухамбета Буркитбаева. В письме исполнительный директор фонда Владимир Кочин поздравил преподавателей и студентов университета с юбилеем и пожелал дальнейшего развития взаимоотношений между фондом и университетом. В японском городе Киото День России русский культурный центр отметил открытием магазина «Спасибо». На праздники и на шопинге побывала наш специальный корреспондент Альбина Танибучи. Привет, Россия из Киото! День России для наших соотечественников в Японии в этом году стал особенным праздником. После долгого карантина, связанного с пандемией коронавируса, люди наконец смогли встретиться и пообщаться. Местом встречи стал магазин русских товаров, который торжественно открыли 12 июня.
Встречу соотечественников посетила и представитель Генерального консульства РФ в Осака Елена Швецова. Организатором встречи соотечественников была Виктория Толстова, директор культурного центра города Киото. Сегодня у нас замечательный день. Это День независимости России. И мы хотели, чтобы, то есть очень старались, чтобы в этот день как-то отметить каким-то событием. И вот что мы могли сделать, это вот мы такой маленький сделали русский киоск, где будут продаваться наши пирожки. День России для культурного центра стал замечательным поводом открыть русский киоск, магазин под названием «Спасибо». Этот магазин необычный, он открыт для того, чтобы помочь соотечественникам, потерявшим работу во время чрезвычайной ситуации в Японии. Теперь русскоязычные рукодельницы, дизайнеры одежды, любители готовить русскую еду, пирожки, блины и борщ смогут на постоянной основе продавать свою продукцию через русское окно в Японию. Также российские торговые компании смогут представить свой товар на полках русского магазина. Планируется, что киоск «Спасибо» станет еще одной возможностью знакомить японцев с русской культурой. Мы все присоединяемся тоже сегодня к вашему празднику и нашему празднику. Да. Да, и хотим поскорее всех моих близких, родных, поскорее пустите самолет, пускай все полетит. Ну, в общем, с праздником, россияне, с Днем России! Ура! Патриарх Кирилл осветил главный храм Вооруженных сил России. Собор Воскресения Христова начал принимать прихожан. Он расположен в Подмосковье, в Кубинке, на территории парка «Патриот». Ранее планировалось, что церковь и музейный комплекс откроются 9 мая, но торжество, как и празднование Дня Победы, пришлось перенести на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Из-за коронавируса отказались от масштабной церковной службы. На ней присутствовали только священнослужители Русской Православной Церкви. К ним присоединился глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей. Патриарх Кирилл рассказал, что сам станет настоятелем собора. «Это будет патриарший собор», – пояснил он после окончания первого богослужения в храме. Образ Спаса Нерукотворного в храме является самым крупным изображением лика Христа в технике мозаики. В верхнем и нижнем храме мозаики занимают около 4000 квадратных метров. Собор возвышается на 75 метров, что символизирует юбилей Победы. Диаметр основания главного купола равняется 19 метрам 45 сантиметрам в честь Победного 1945 года. Не случайно и место постройки храма. Одинцовский район Московской области является рубежом, за который на этом участке фронта враг не прошел. Нижний храм посвящен святому князю Владимиру, верхний – Воскресению Христову. Все четыре предела верхнего храма посвящены святым, покровителям родов войск – пророку Илие, князю Александру Невскому, великомученице Варваре и апостолу Андрею Первозванному. Витражи на сводах верхнего храма изображают ордена. При изготовлении храмовых ступеней использовали стальные траки фашистских танков. Люди, поднимаясь по этим ступенькам, будут ходить по оружию поверженного врага. Пол в храме сделан прозрачным, а под ним – знамена подразделений вермахта. На параде Победы в 1945 году их бросили к стенам Кремля. На территории храмового комплекса появится мультимедийная галерея «Дорога памяти». Ее длина 1418 шагов по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии. Около 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик стали гражданами России. На время распространения коронавирусной инфекции власти ДНР и ЛНР отказались от практики организованной доставки людей на российскую территорию для получения паспортов. Тем не менее, прием документов, их рассмотрение и консультации продолжаются. Именно в Ростовской области действуют специализированные отделения, созданные для выдачи паспортов жителям непризнанных республик. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, почти 100 тысяч паспортов на сегодняшний день остаются в стадии оформления. Парламентарий не усомневается, что их выдадут на протяжении следующих двух недель. Он уточнил, что в этом году гражданами РФ станут до 800 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Число иностранцев, ставших гражданами РФ, выросло с начала 2020 года больше, чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявили в МВД России. С января по май паспорта выданы 255 986 гражданам. Прошлогодний показатель не превышал 110 тысяч. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что вокруг вас происходит множество событий, в том числе онлайн. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе «Корреспондент русского мира». Все подробности на сайте www.ruskiymir.ru. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Будьте здоровы, всего доброго! И до свидания.